Всем привет, друзья! Приветствую на канале Money Brotherhood. И сегодня у нас новый ролик по бирже CoinEx, ребята. Сегодня у нас будут некоторые новости, которые мы сейчас узнаем. Во-первых, ребята, как вы уже знаете, биткоин пробил свой максимум. Сейчас биткоин уже 27 172 доллара. Напомню, что все новости по криптовалютам вы можете смотреть на CoinEx на странице Market. Чтобы на нее попасть, переходим по ссылочке в описании и попадаем на вот такую вот страницу, переводим ее на русский. Вот, и видим здесь веб-маркет. Тут, кстати, и подсет, все сразу же можно увидеть, что как проходит, вот сейчас какой плюс был и так далее. По биткоину, то есть и по любой криптовалюте вы можете сейчас увидеть цены. И видим, что биткоин уже очень и очень сильно дорос. Видим также объемы за 24 часа, которые сейчас происходят на бирже. То есть они, естественно, очень огромные. Вот, и если вас заинтересовало что-то из этого, то есть вы можете сразу приступить, нажимать начать торговлю, переходите в валютную пару, как соответственно по USDT, то есть вы сразу же будете приобретать или продавать сразу в USDT, то есть все. Если мы перешли сейчас на биткоин, то все, мы видим тут все графики, все ордера, которые скупаются, продаются, мы можем здесь, естественно, вводить сумму, нажимать на любой из этих ордеров, ну, естественно, торговать так, чтобы это было выгодно вам. Вот, ребятки, это именно если вы переходите сразу с рынка, то есть таким образом. И крутая еще новость, это связано также с CoinEx и пулом BioBTS, она находится в Телеграме, переходим в Телеграм, попадаем на вот такой вот их канал русский, я уже вам неоднократно говорил на него подписаться, включить уведомления, и вот смотрим, ребята, они уже выставили крутую новость, что с гордостью делимся новостью. Основатель и генеральный директор VIA BTS и CoinEx Хай По Ян вошел в топ 100 самых влиятельных людей в блокчейне по версии Cointelegraph Китай. То есть, ребята, это основатель и CoinEx, и пула VIA BTS Хай По Ян, очень великий человек. Как видим, ребята, он уже в топ 100 самых влиятельных людей в блокчейне по версии Cointelegraph Китай. Это, ребята, очень и очень тяжелый и крутой статус, которого он смог добиться. Это очень круто. Вот, насчет того, что, ну, иногда, когда было обновление биржи, многие также погорячились, что что-то случилось. Ребята, с безопасностью биржи все будет круто. Этой бирже можно доверять. 100% можете пройти QS, чтобы если с вас вывели деньги мошенники, то вы уже не обвиняли биржу. Поэтому, ребята, я вам рекомендую пройти QIC. И при выводе поставить, естественно, ну, когда я, допустим, кружу, то нужно, чтобы вам приходил код на телефон. Если вам будет приходить код не телефон, а не на только на почту, то вас не смогут звонить, потому что телефон находится только в ваших руках, и сим-карта только в вашем телефоне. Вот такой, ребята, у нас вышел сегодня ролик по CoinEx. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!